Известный режиссер ледовых шоу и тренер танцевальных пар Илья Вербух заявил о проблемах в фигурном катании и признал падение интереса к фигурному катанию. Нет новых именно европейских и мировых чемпионов. И в этом тоже причина. При этом федерация делает все возможное. Турниры организованы по высшему пилотажу, начиная с того, как встречают спортсменов в аэропорту, и заканчивая тем, что их расселяют в очень хороших гостиницах. Первый канал продолжает поддерживать фигуристов и показывать турниры. Все условия созданы, только катайтесь. Я могу только еще раз призвать зрителей приходить на трибуны, тем более, что цены очень демократичные, сказал Илья Вербух. Россия отстранена от мирового спорта, и фигурное катание тут исключением не стало. При этом Россия ведущая страна в виде спорта. Особенно в женском одиночном катании. На трех последних олимпиадах у россиянок неизменно золото, а еще и серебро. На Западе звучат призывы вернуть россиян. Там тоже падает интерес, степень конкуренции и финансовые показатели. Всем удачи!